Особый месяц, полон мыслей, забот, радости и переживаний. В апреле начинается весна без снега. Появляется первая зелень, солнечные и даже теплые дни. Пока в апреле все планируют майские праздники, мы отправились в путешествие. Побывали в интересных местах, испытали множество моментов радости, счастья. Обо всем об этом я сделал дайджест видео на нашем канале. Наш путь мы завершили на берегу Волги, отметив мой юбилей. А вот говорят, возраст этот не отмечают. Плохая примета. А я смеюсь и делаю все наоборот. Нарушаю предрассудки, чтобы не быть их заложником. Здороваюсь через порог, выношу мусор вечером. Работаю на праздниках, не пью за здоровье, не стучу без причины по дереву. Ну, как же не отметить и свой юбилей. День рождения – это как рубеж между прошлым и будущим. Самое время многое осмыслить в рамках прошедшего года и не только. И может даже что-то успеть доделать. Закрыть гештальты. Потому как впереди будущее, его надо планировать из настоящего и не тащить ничего из прошлого. С вами был, тьфу-тьфу, Алексей. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Стучу по дереву. Пока.
реке монстры. История. Монстры. Ай. Видишь, лебеди? Вот понял, папа? Да. Понял. Да.